Ребят, всем привет. Опять продолжаем расхламляться. Сегодня, как видите, у нас чайнички. Правда, вот один только с подложкой был. Также есть один вот такой чудо-экземпляр. Ну, видите, уже кто-то сам припендюрил напрямую. Вот тоже скроем, посмотрим, что в нем там веселого. Ну, чайники, как видите, обычные. Валялись у меня долго. Запылились порядком. Ну да, все чайники однообразные, однотипные. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что у них внутри, ну и какие металлы содержатся. Смотрим. Так, ребят, ну я думаю, начнем сначала с этой, с подложки. Подложка жалко одна. Я пробежался, не нашел, у меня где-то валялась подложка от умного чайника, то есть вот эта платформа такая толстящая и с кучей-кучей кнопок. Пластик. Если, блин, я ее найду, я так понимаю, уже, наверное, в это видео она не попадет. В принципе, тут ничего такого нету. Что-то у нас клемочки, да? Да, у нас тут все на клемках. Из того, что я вижу, только пару маленьких контактов. Сейчас я это дело быстро скручу. Так. Все. Извлекаем. Пластик нафиг, железо на магнит, чтобы не терялось. Да, всего лишь два таких вот контактика с серебром. Как видите, двухсторонние. Ну, соответственно, латунная пластинка. Это все пойдет в латунь, в кучечку. Фишки также, сами клемки латунь, обкусится. И на самой вилке тоже выкусится. Это все латунные части. Ну, провод, соответственно, медяха. Ну, не знаю, посмотрим, как по состоянию. Если резинка нормальная, то его почищу. Если нет, сами понимаете, на морозе шмыгать его. Оставлю тогда на обжиг, на весну. Ну, в принципе, без разницы. Давайте начнем с любого. Все, что ли? Так. В принципе, все. Ладно, потом вывернем. Тут схема такая, как видите. То есть тен, сама основа, скорее всего, алюминчик. Ну, немножко проводов, контактов. А, кстати, наверное, вот это латунные посадочные места под эти. Забыл, как называется-то. Под винты. Во. Так, тут я так понимаю, винтов нигде нету. Придется скрывать, ломать. Все-таки просто все на защелку. Ну да, почти на защелку. А, ключик один вижу. Под шурик он не пойдет. Маловато, битка не влезет. Зараза. А, вот тоже слетел все. А вот побольше они должны пойти. Ручка отлетела. Снял. Четко, да? Как скажет мой один друг. Четко снял. Он знает, он вспомнит. Так, ну тут, в принципе, ничего такого. Тут крепежка. Сейчас ее поднимаем просто. Железо в железо. А что, механизм пружинки? А, это механизм пружинки. Кусачки я еще не взял.
проще будет сломать. Ломать не строить, душа не болит. Выйдет? Не, не выйдет. Ну, не выйдет, значит, сломаем. Железо пойдет в железо. Опа! Она не железо. Что-то тут пошло не так. Да, пружина железа, а вот эта вот штока, скорее всего, сама направляющая. Возможно, из цветмета. Не берет, значит, латунь. Кидаем в латунь. Крышки, я думаю, ценного быть ничего не может. Ну, может, не может, мы их проверим. Да, с годами все присохло. Все как в руку как засажу. Шучу. Это не допустим. Легким движением руки. Ну, как видите, тут просто накладка. Я так думаю, наверное, алюминиевая. Да, вот так вот руку там усики разгинать. А нет, магнитная зараза. Пружинка тоже туда пойдет, магнит. Так, это все пластик, пластик, пластик. Уже кучка такая копится. В итоге, что мы тут имеем? Кнопка какая-то замудренная. Возможно, там светодиод. Провода сразу нафиг. Ну, опять вылез из кадра. Да, это кнопка. В принципе, крепления винтов я не вижу. Может быть, она просто запаяна. Сейчас попробуем вот эти вот открутить. Так, ребят, вот снял. Было всего, оказывается, такие вот три гаечки. То есть, я так понимаю, вот они и держали весь этот процесс. Гаечки не магнитные, латунные. Сразу снимем лишнее, чтобы нам не мешало в железяке. Тут клеммочки. Клеммочки, как всегда, не хотят отрываться. Даже вон на тене сами приржавели клемки. То есть, это дает понять то, что там, скорее всего, железо, а не цветнина. Ну, я надеялся на нержавейку. Вы сами понимаете. Так, это что у нас? Тоже магнитное, пойдет железо. В принципе, тут ничего такого интересного, как бы не хотелось, нету. Но только центр латунный. И все. А, ну вот еще пару клеммок по бокам. Сейчас попробуем извлекутся, не? Может быть, они даже с контактами. Да, контактики есть. Вот они, эти самые напайки. То есть, латунь с серебришком присутствует. Так, ну ладно, что будет короче. В принципе, что тут у нас остается-то? Остается нифига. Сам корпус. Сейчас неодимом проверю. Не магнитится. Это хорошо, это пойдет в нержавейку. Пластик лишний я сниму. Так, и надо снять вот эту фигню. Если честно, я уж не помню, как она снимается. Кажется, я ее горелкой отогревал, и она отваливалась. Но не помню точно. Ладно, вспомню, вскрою. Пока оставляем. Берем сразу следующий, тот, который уже переколхоженный. Мне просто интересно... Сейчас не... Блин, мои нелюбимые шурупы. Треугольные. Биту можно упороть.
такие вот винты терпеть не могу. Он даже на пол упал, на магните стал липнуть. Хотя я знаю, что он железный. Вот это лепит. Ну тут все то же самое, в принципе, тоже контактики. Ну, думаю, аналогично. Также ТЭН, корпус, надеюсь, тоже нержавейка. Да, корпус нержавейка. Сейчас вот это открыть. Посмотреть на кнопочку. А, там винт треугольный. Ладно, скручу, покажу. Кстати, вам не показал ту прошлую кнопку. Просто тут залеплено вот кусок пластика. И вот такая фигня. Маленький даже не диодик, а типа лампочка. Маленькая типа МЛТшки. Кондерик. И все. И вот такая жменька проводов. Так. Думаю, возможно, будет проще отломить его, наверное, чем откручивать. Ну, тут пару проводов с клеммой, идущих на кнопку. Кнопка, ну, хотя бы кнопка на квадратном шурупе. Вот сама кнопочка. Вот этот материал магнитный, железяка. Его сразу нафиг выковыриваем, пару клемочек. Блин, даже провод оторвал. Ну да ладно, сейчас главное скрыть кнопку, ну, просто посмотреть на ее содержимое, чем кнопочка порадует. Вроде ничего не потерял. Как видите, контактик с серебришком. И подниму еще один. Сразу попробую их извлечь. Так, есть один. Вон, клемка снялась как раз. Вот второй. Пластик, пластик. То есть вот парочку таких маленьких контактов. Так, ладно, перейдем к третьему пациенту. Ну, я думаю, смысла нет. Скрывать, в принципе, то же самое. Сейчас его за кадром разберу. И посмотрим, что выйдет по металлу. Ребят, в общем, чайники разобрал, как видите. То есть, ну, тут все просто оказалось. Вот отвертка чуть подковырнул, то есть ничего не греть, не чувствовать. А на этом начал зубилкой бить, а потом думаю, а нафига я бью, если он магнитный? То есть, вот ни один его магнит, видите, он как непонятно липнет к нему. То есть, вот эти не так сильно, чайники, то есть, с них он соскальзывает. Да, а вот с этого не соскальзывает, то есть, он липкий. То есть, сейчас включаем весы. О, весы хоть не замерзли. Блин, зараза. Ногами. Давай вот так вот. Полкило. Ну вот банка со всеми этими железками. Это все, что магнитное. Видите? Свечивает 573 грамма. Ну, в принципе, пойдет. Вот эти вещи. Ну, в принципе, можно их в алюминий кинуть. Ну, то есть сразу предупреждать, если вы с приемщиком в нормальных отношениях, то есть, что с засором. Но если нет, то можно и в железо запулить. То есть можно не отрывать их, а также запулить железо. Ну вот сам чайник. 230 грамм. Ну и второй сверху ставим. То есть почти полкило нержи. Ну и вот это тоже фигнюшка маленькая. Гляну, насколько она. На 8 грамм. Ну, грубо говоря, полкило нержи. Вот это все латунь. Кстати, вот эту чашку тоже надкусил, потер. Латунная. Латунки 36 грамм. Ну, как видите, блин, фокус не ловится. То есть, я все вместе скинул. Тут контакты. То есть, полностью я все обобрал. Как видите,
Все чистенько, железа нигде нету. Также оставил кнопочку. Ну не знаю почему. Почему в голову мне стукнуло, что кнопка хорошая, может быть, ее оставить. Ну и также вот этот кабель не стал потрошить. С виду он вообще не пробитый. Правда, зараза, короткий. Ну, я думаю, тоже куда-нибудь годится. Так что, ребят, вот такой небогатый разбор. Сами делайте выводы. Ну и я так думаю, если есть возможность, ну вот кнопки, контактики, мелочи скидывать, ну то есть снимать, а все остальное пулять в чермет, в железо. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.